Всем привет. Лечу в Москву. Абсолютно без денег. У меня только деньги на дорогу в Москву, но я уже купил билет. И на дорогу домой. Обращаем ваше внимание, что по правилам безопасности полета ручная кладь должна быть размещена на багажной полке. Ни на еду, ни на ночлег, ни на что нет денег. Сейчас я тут кое-что обнаружил, что я снял с карты деньги, а у меня всего 2000, где-то 2600 рублей, то есть это даже мне еще 1500 или 2000 как минимум не хватает на дорогу домой. Получается, что не то, что мне до центра доехать, хотя куда деваться, сейчас придется ехать до центра, но мне даже на дорогу домой не хватает. Я вот с Киви карты снял, это все, что у меня осталось. Больше денег нету, надо ехать в центр, в город, и дальше уже думать, что делать. Ужасно жарко стало мне, и хочется пить. Я вот хожу сейчас по помойкам и ищу, где можно попить. Сейчас на моем пути будет уже третья помойка. Проверю в ней. В двух предыдущих там в одной мебель была, в другой целлофановые пакеты были. Вот сейчас третья помойка во дворе. Из пакета давайте достанем эту бутылочку. Женщина какая-то смотрит на меня, пофиг вообще. Да. Блин, протухло. Следующий что-нибудь, что тут можно еще найти? Или эту. Так, или йогурт. Это йогурт или что? Домик в деревне. Следующую бутылку. Так, а что она выкинула тут? И до этих 5-литровок я не дотянусь, пожалуй. Тут тампоны. Вот эту бутылочку попробуем. Ой, не будем мусорить. Мы и так находимся с вами на мусорке. В общем-то, все было неплохо. Йогурт немножко был протухший. Я напился. Тут на меня все москвичи смотрят. Но куда деваться? Немного попил. Сейчас, если я найду еще одну помойку. Ой, йогурт бродит в животе. Еще одна помойка. Здрасте. Здорово. Еще одна помойка. Где... можно что-то поискать, что можно, допустим, взбухать что-то на этой помойке. Бля, протухло. Все уставились на меня. В принципе, я жажду уже утолил. Это моя очередная помойка. Попить тут можно что-то найти, несколько глотков. Ну что же, а я выдвигаюсь дальше. Здесь что-то батоны. Ну, батоны бомжи сейчас брать не стали. А бомжи никогда не будут брать тухлятину. Так, все. Сейчас погонять будет какой-то. Спецтехник приехал. Пойду дальше странствовать. Место нашел на Садовом кольце, где можно зарядить телефон. Сейчас буду
заряжать свою мобилу, которая подсаживается. Вон, заряжается мобила здесь, на Садовом кольце. Зарядка идет. Да, все, заряжается, все нормально. В общем, они все работают. После долгих поисков мне удалось найти подъезд, в который я могу попасть, по крайней мере, точно. Голубь мертвый. Куда мне тут лечь? Просрали. Вот. Здесь очень даже неплохо. Но тут кто-то шуршит, или голуби, или крысы. Я расположусь здесь на ночлег. Здесь очень даже неплохо, тепло, а по-моему даже стало жарко. Я постелил кое-какие шмотки под себя, чтобы мне было немножечко полегче. Пахнет немного голубями. Тут у меня будет ночлег. С добрым утром. Сейчас я покажу лайфхак, как можно побриться и почистить зубы, используя при этом свой мобильный телефон. Я включаю на телефоне камеру и делаю так, чтобы мне было видно себя. Я теперь себя вижу, и можно начинать намыливаться. Вадим! Здорово. Здорово! На чем доехал? Автостопом 3 дня добирался. Я на самолете прилетел. Что делать-то будем? Бабы нету вообще. От слова совсем. Я думаю, что надо начать попрошайничать, потому что у меня тоже денег нету. Я на самолете прилетел. Но у меня было только на билет туда и сюда. Мать сказала, она мне не хотела. Я даже отсюда не взял деньги, чтобы уехать. Я просто в падике уже как бы одну ночь поспал, наверное. Давай я начнем, тоже как бомж. Побираться. Давай начнем побираться сейчас. Девушки, я извиняюсь, можете нам помочь, пожалуйста? Мы по всей России путешествуем автостопом. У нас закончились без денег. Можете сколько-нибудь... Подать нам, если вам да. Сколько не жалко, любую сумму. Акции «Газпрома», акции «Эппу» тоже принимаю. Просто в подъезде одну ночь переночевали, уже... Как они какие-то. Там просто уже, да. Наверное, не пустят. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Можно пятюню? Конечно. Спасибо. Спасибо. Мы путешествуем по всей России без денег. Можете сколько-нибудь нам помочь? Давай, просто мы спим в подъезде, на вторые сутки не можем никуда заселиться. Сколько мне жалко, и все. Стыдно бы, конечно.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Девушки, я извиняюсь. А можете нам помочь, пожалуйста? Мы путешествуем без денег по всей России. Автостопом. Сейчас не хватает немножко переночевать. Мы просто двое суток уже в подъезде уже ночевали. Хомяки какие-то. Если труд не добавить нам немножко на ночлег. Сколько на хостел. Мы иностранцы. Иностранцы? You speak English? Now we travel in Russia. We need some money to sleep in hotel. Because we sleep in... Как подъезд будет? Хаус. Понимаю, понимаю. Thank you so much, thank you. We sleep on the street. Это факт, почему нельзя? Мы так путешествуем без денег. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое, thank you. Good luck. Вам тоже. Си, без денег. Нам, и короче, не хватает сейчас на хостел. Просто мы... Двое суток уже спим в подъезде. У нас тоже не хватает. Простите. У меня уже последние. Простите, пожалуйста. Простите. Давай, лови, с той стороны, а я с этой. Пожирнее выбирай. Мы просто путешествуем без денег, и нам еда нужна. Тут какая-нибудь. Пошли лестницу спросим у кого-нибудь. День как день. Только ты почему-то грустишь, вокруг все поют. Только ты один молчишь, съел аппетит и не хочешь сходить в кино. Когда твоя девушка больна, солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все и так, и все не так, когда твоя девушка больна. У-у-у-у. Когда твоя девушка больна. У-у-у-у. На, возьми. Что нам выходить сейчас? На удачу. О. Давай, удачи тебе. Спасибо, радужки. Давай, удачи. Давай, 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 пока, удачи тебе. Пока. Ух, тут не за что зацепиться даже. Держусь. Поехали. Вадим. Блядь. Пипец, Вадим улетел. Вадим не смог зацепиться, пришлось ехать самому мне. Вообще электричка эта для зацепа не предназначена, потому что я держался за фару, которая была очень раздолбанная. Спрыгнул заранее, потому что есть руферы, которые выпрыгивают, прямо когда поезд полностью остановился, но меня там могли поджидать работники, поэтому я вынужден был быстрее все сделать. Это кто у нас? Что-то знакомое лицо. Андрей. Вот она, ты что ли? Чё? Ты что ли? Отстань, старуха, ибо я в печали. Слушай, я твоя подписчица, ты что такое? Это ты, Андрей? Ну я, а что я должен делать? А что ты тут делаешь? Вот еще что-нибудь. Путешествую без денег, без ничего. И что, ты тут кушать ищешь, что ли, что-то? Ну не только тут, везде ищу кушать, пожрать еще что-нибудь. Без денег путешествую, без еды, без ночи. Что я должен был делать? Вот еще что-то помочь. А где ты ночуешь? Что ты ночуешь? Где придется. На чердаках или где-нибудь еще. Вот на чердаке я ночевал одну ночь. А когда ты последний раз кушал? Раз в день ем, я печеньки с собой взял кое-какие из дома.
Вот ты часто что-то мучаешь, Андрей? Ну, что-нибудь поесть надо найти. Я жрать хочу. Ну, пойдем, Андрей, я тебя, может, покормлю, у меня есть деньги, некоторые запасы. Помою тебя, накормлю. А бургер купишь? Бургер. Два бургера куплю. Два бургера? Да. И колу. Слушай, тебе яблочки не надо, возьмем с собой. О-фу. Я возьму с собой яблоко, ладно? Ну, возьми, ладно. Прямо из мусорки можешь кушать? Да. Ну, ты так уже, наверное, несколько суток тут живешь. Для меня минуты тут как вечность прям. Вот как вечность я здесь застрял. Каждая минута мне как год. Здесь я постарел уже возле этой урны, пока стою минут 5. Лет на 15, наверное. Мне уже сейчас пенсию положено платить за вредность, за эту, которую тут. Ну все, пойдем покушаем бургеры. Пошли жрать. Да, пойдем. Пошли. Я тебя покормлю. Пошли. Сегодня угощает меня прекрасная половина человечества, так сказать. Да? Или как там у вас в МД, я не знаю. Я сегодня на хвост женщины падаю. Да, вот Андрей, на вот, это тебе. Все, я тебя угощаю сегодня. Ты все мои деньги потратил, понимаешь? Еще взаймы мне надо будет. Ну, ну я тебе вот кошелек дам взаймы. Все потрачу. Но это тебя. Не в режиме эфира. Я еще Надю разведу рублей на 300, на 500. Это не в режиме эфира, конечно, нет. Как бы я деньги коплю, мне сейчас деньги нужны в Москве. Ты просто альфонс, Андрей. Вот вы посмотрите, вот эту свинью я кормлю за свой счет. Вы представляете? Вот этого короля, которого я только что нашла на помойке. Не нашла, а сам нашелся. Я не прятался ни от кого. Просто на него посмотришь и хочется его накормить. Жалость вызывает. Желание покормить. Я ем раз в день в лучшем случае. А иногда бывает и день или два даже не ем. Ну, в последнее время, особенно в этом выживании в Москве, у меня с едой что-то очень туго. Женщина в меня вкладывается. А чего добились вы? Ну, что удивительно, она сытая. Смотрите, как она медленно ест. Она даже не голодна, я голодный. Ну, я-то потому что не бомж пока что. Я тоже, я не бомж, я выживальщик. Вот понимаете, вы ходите на работу, зарабатываете деньги для того, чтобы вложить в женщину. А Андрей делает все наоборот, не ходит на работу. И поэтому женщины вкладываются в него. Надя сняла мне ночлег за свои деньги. Да, потому что не слишком жалко Андрея, что он бомжует на улице и в подъездах. Сейчас Надя пока будет оплачивать хостел. Накормили, отмоем. Надя меня накормила. Сейчас я отмываться буду в хостеле. А то от него воняет перегаром, вонью собачьей. Ну, не перегаром нет, но помойками от меня немножко попахивает. Мусор. Вообще, я привык так сидеть. Это как гопник. На равных с тобой говоришь. На равных, да. Не упади. Я-то не привыкла так. Не упади. Да. Поэтому мне повезло, я буду ночевать. Сегодня на кровати, на постели. В хостеле буду. Вы как хотите, а мне Надя оплатит все. И еду, и ночлег, и может даже еще потом и денег даст взаймы. Ну а как? А по-другому, ребят, я не выживу. Поймите меня, что по-другому я не выживу. Что мне предлагаете? Типа помирать? Давайте я здесь лягу, тут помру. Я по-другому не выживу, если я не сяду кому-то на хвост. Тем более, если бы лето было, я бы где-то еще переночевал бы здесь, постелил бы рубероид. Нормально было, но зима здесь, минус 8 градусов сейчас где-то, да? Да. Или сколько? Минус 8, минус 5 градусов. Куда мне деваться? Мне только использовать других людей во благо этому миру, вот, во благо. Надя все делает это во благо. Да? Во имя плоской земли. Во имя плоской земли. Ну, зато кое-какие деньги я заработал, пока попрошайничал. Сколько ты заработал, что-то. Андрей? Ну, я на камеру об этом не скажу, потому что начнутся пуканы рваться у людей. Они работают за эту сумму целый день, а я за час настрелял среднюю, да даже больше средней зарплаты за час. Это просто талант.
Ну а как, по-другому не выживешь. Тут либо идти в какие-то бесплатные ночлежки нужно, и там ночевать, но там тебя будут заставлять работать. А я без работы должен был выжить. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что это ни в какое не бомж выживание, ты должен был лежать здесь на полу без ничего, без ночлега, без копейки денег, без ничего, и помереть. Вот это было бы выживание. Ты не должен был думать головой, чтобы кто-то тебя приютил. Ты не должен был просить деньги, ты должен был лежать вот здесь возле Москвы реки, ни хрена ничего не делать. Вот это было бы выживание. Обязательно об этом напишите в комментариях. И ты не должен был стрелять деньги, ты не должен был стрелять еду, стрелять ночлег. Почему? Да потому что это не выживание, это не по-честному. Обязательно об этом нужно писать в комментариях. Да? Друзья, подписывайтесь на этот офигенный канал. Я надеюсь, что мой опыт вам чем-то или хотя бы чем-то поможет. Главное, это не то, что ты выживаешь, а главное, как ты это делаешь. Ты можешь как-то налудить деньги, ты можешь как-то найти ночлег. Как-то ты это все можешь сделать. Ну все, подписывайтесь на канал, оставляйте обязательно внизу ваши комментарии, как можно больше комментариев. Если понравилось видео, то я сделаю еще такое же, может быть, в другом городе. Пока!